школьники Илью Кулика, фигуриста, о котором в прошлом году мы рассказывали достаточно подробно. Он достаточно быстро восстановился после травмы, полученной в августе. Напомню, что Илья серебряный призер чемпионата мира 96 года, и он отменно справился с произвольной программой на кубке NHK Trophy в Японии, выиграв этот кубок. Да, он уверенно выиграл соревнования. Представитель Московской области. Здесь по регионам идут участники. Очень хорошо. Молодец. Прекрасно выполнен каскад. И думаю, не ошибусь, если скажу, что это претендент номер один на попадание в сборную команды страны. Ну, я, вы знаете, не берусь расставлять их по номерам, но это один из основных наших фигуристов, который претендует, безусловно, на попадание в сборную. Тройной лут. Хорошо выполнен. Дорожка шагов. Очень интересная в этом году у него. Совершенно по-иному они подошли с Татьяной Анатольевной Тарасовой к этому обязательному элементу и сделали ее довольно необычной. Так, внимание. Не очень уверенно был исполнен элемент, но тем не менее он исполнен. И, в общем, я считаю, что короткая программа ему удалась. Особенно два сложнейших элемента, что является самым важным при исполнении короткой программы. Все остальное проще, безусловно, спортсмены справляются и с дорожками, и с вращениями. А вот этих два сложных прыжка бывают камнем преткновения, как случилось с Евгением Плющенко. Финальное комбинированное вращение. Ну что же, будем надеяться, что здесь, в эти дни, во Дворце спорта «Сокольники» будет поставлена последняя точка в этой истории, грустной истории с травмой, очень серьезной травмой ноги, которую получил вот в августе месяце Илья, и доблестно, с честью вот вышел из этой сложной ситуации. Сегодня да, мне кажется, что он уже забыл об этом. Довольно Татьяна Анатольевна Тарасова, да. И она тоже, будем надеяться, забыла о тех сложных достаточно днях. И вот мнение зрителей, которые 6-0. Да, которые посмотрим, совпадет или нет с оценкой жюри. Нам повторяют некоторые сложнейшие элементы из той самой уже упомянутой мной группы Ультра-Си, сверхсложных элементов, которые, в общем, будут особо цениться на Олимпиаде в Нагано, да, и на ближайшем чемпионате Европы. Прекрасно выполненный каскад. На чемпионате Европы в Милане. Сейчас тройной лут. Да, оба элемента выполнены отлично. И, Елена Анатольевна, мы, наверное, напомним нашим зрителям о том, что сегодня судьи особое внимание обращают именно на прыжки, потому что вот хотя бы по итогам финала чемпионской серии 96-го года мы помним, какое внимание судьи уделили выступлению Элвиса Стойко, да, канадского прыгуна, который прыгуна, прыгнул 4 оборота и 3 оборота, да, каскад, конечно. Каскад из прыжков высшей степени сложности и завоевал золото, в конце концов. Да, именно благодаря этому. 5-7, 5-8, 5-7, 5-7, 5-8, 5-9, 5-8, 5-8, 5-7. Это оценки за технику исполнения. И я думаю, что Илья вплотную приблизился к Алексею Ягудину, если не опередил его. Я думаю, что даже опередил, потому что... Вы знаете, надо посмотреть, потому что... Да, 5 оценок. Здесь все-таки первая оценка является главной, а первая бы оценка была выше у... Да, и вместе с тем 5 оценок за артистичность, 5,9, это о многом говорит. 5,9, 5,9, 5,9.
довольна Татьяна Тарасова, и, наверное, должны быть довольны мы вместе с ней. Потому безусловно, что, в общем, мы должны их поздравить, потому что они были в очень тяжелой ситуации в начале сезона. У нас есть на Олимпиаде шанс, это уже...